Всем привет! Сегодня мы приехали записываться в школы, и я бы хотела вам этот процесс показать. Так, вот так вот выглядит моя школа снаружи. Мы сейчас зайдем внутрь, я спрошу, если можно снимать внутри, то тогда вам заснимут. Сейчас офис, который мы будем регистрироваться. Итак, мы зашли в школу, нам разрешили чуть-чуть поснимать. И сейчас я тоже узнаю, что здесь находится. Есть какой-то длинный коридор пока. Рам, скажи привет. Привет. Так. Там, походу, класс. Компьютеры. Здесь локеры будут, как хорошо. И здесь у меня будут и локеры, и компьютеры. Вау, прям как этот в старших школах. Как вот в фильмах американских показывают, прям вот так вот. Супер. Так, здесь еще один класс. Ну-ка. А если вот здесь вот посмотреть, то там вот парты. И доска, конечно. И она такая большая школа. По сравнению с двумя остальными моими, это очень большая школа. Вау. Там еще класс. Здесь, походу, выход, задний выход, экстренный, наверное. И здесь второй этаж. Но мы не пойдем туда, потому что я хочу потом вам поподробнее показать. Ладно, сейчас я вам еще чуть-чуть расскажу, и мы пойдем. 16 или 17 числа мне надо будет прийти в школу, там фотографии делать уже, получать мои на физкультуру вещи, тетрадки всякие, книжки я имею в виду, и компьютер. Вот, так, встречи. Нам дали вот такую огромную папку заполнить документов. И сейчас я вам хотела чуть-чуть рассказать, что нам... Основные такие вещи, которые нам нужны для регистрации. Основные вещи, которые нам нужны будут для регистрации, это свидетельство о рождении, подтверждение места жительства, потому что в США нету прописки, надо просто предоставить договор об аренде. Также нужна карта прививок, потому что если какой-то прививки не хватит, то вас просто не пустят в школу. И, конечно же, надо заполнить формы, которые сама школа дала. Итак, вот это все. Мы потом в следующий раз придем уже с заполненными формами. И, может быть, еще чуть-чуть поснимаю. Пока! Итак, это же второй день, как вы заметили. И мы сейчас опять принесли наши документы, уже все заполненные. И, надеюсь, мы сегодня запишемся. Итак, наконец-то мы записались в школу. Я так рада. Вначале мы боялись то, что это не та школа, то, что не по нашему адресу. Но оказалось, что это есть. В общем, мы записались. И теперь 17 числа я пойду на Linux Day. Это когда мы приходим, получаем наши книжки, физкультурные вещи, все такое. В общем, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Пока!